еще что-то там делали. Вот. Ну, там, зерно или еще что-то. Ну, вот на этом месте, на самом деле, должны быть весы, на которых взвешивали машину. Видишь, ну, самих весов, конечно, нету. Ой. А, и, соответственно, смотри, тут подперли, плиты уже падают. Я даже боюсь туда заходить, короче. Я единственный, только вот, наверное, вот так вот засниму это все. Так. О, видите, плиты вываливаются, короче. И заходить сюда, честно говоря, очково. Вот. Но это, видимо, была эта, как она называется-то, весовая. Направо пойдем? Че, котельную оставим на потом? Давай котельную на потом. Слушай, ну заросло тут вообще наглухо все. О, тут вообще трэш полный. От сырости сгнили полы вообще в хлам. Вот. Ну, скорее всего, это были какие-то склады. Это скорее точно. Помощь, это все не обрушилось, складское помещение. Ну и думаю, так дальше. Самое, да. Да. Вот. Пойти туда я, конечно, не пойду, но вот отснять, допустим. Гвоздь? Да, ты посмотри, на какой я гвоздь наступил. Я себе ногу пропорол. Ну-ка, держи-ка. Ёшкин кот. Прохреначил ногу. Прям на него наступил. Насквозь прям прошло. Ничего не остается, как идти дальше. Подумаешь, еще одна дырка в моем теле. Теперь же вроде ты уже наступал на эту ногу. Знаешь, что сделать надо? Надо, короче, купить самые дешевые ботинки и на них алюминиевые пластины сделать. Это просто трэш. Очень больно. Жгет ногу. Прям вообще. Приедем в домой, продиссертируем. Прикинь, может, как давай я туда пройду, а? Да давай ты еще сейчас ногу проколешь, а? Я хоть аккуратно хожу. Я что-то не посмотрел вообще, куда я наступаю. За мной такое обычно не замечается. Во. Вот так вот. И вот так вот. Там что-то решетка стоит, что-то еще там. Вообще там с той стороны дверь была. О, ничего себе, какая сисястая баба нарисована. Это вроде мужик. Серьезно? Еще не из-за фитографии нет. Видимо, месячные. О, смотри, какой черепочек прикольно нарисован. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Да. Не, ну это точно какое-то складское предприятие было. Только вот я что-то не понял, для чего здесь такие все траншеи-то сделаны. О, полукруглая стена. Да просто все разрушено вообще в хлам. Смотреть тут нет, на что. А, тут вообще кто-то жил. Может, бомжик. Или местная молодежь здесь сидит. Возможно. Разожгли костерчик и пердолили какую-то Машу. Ну или да. Возможно. Ядрен ты батон. Слушай, а что это такое? Это бассейн, что ли, какой-то был, что ли? Да нет, смотри, кирпичи-то как лежат. Полукруглые кирпичи. Прям такое ощущение, что...
Возможно, что это было все забетонировано, а здесь просто шли какие-то коммуникации. Ну, понимаешь, там теплая вода, там еще что-то. Котельная же здесь неспроста. Вот. Значит, может быть, этот склад был просто теплый. Есть такая вероятность? Видишь, тут сено какое-то валяется. Там вон еще какие-то здания. Я, к сожалению... Не хочешь идти туда? А? Мне что-то не хочется идти туда, потому что там опять будут гвозди. Да все, уже нога у меня не болит. Не, ну так, ноет чуть-чуть. Давай еще проколем, что нет. Не, ну хочешь, давай проколем, не вопрос. О, видишь? Здесь рухнула плита с потолка. И это, кстати, на грани висит. Это с потолка рухнула плита. Что-то придавило все. Паучок? Паучок-то да, солидный. Толстый. Что-то дернулся, да? Да. Ну, потому что, смотри, бац, ты ее дергаешь, он тоже дергается. Понятно. Он на охоте, смотри, он это... Да он же жертвовать кого-то, видишь? Он такой, отстаньте, я муху тут ем. Что докопались до меня? Красавчик. Ладно, все, пусть живет, пауки хорошие. Да. Это, наверное, раздевалка здесь была. Душевая там. Ну, судя по всему, да. Тельняшка. Матрос какой-то. Блин, везде пиписьки нарисованы. Везде, куда ни сунься. Либо нарисованы, либо написаны. Что-то непонятные какие-то на самом деле помещения-то. О, к примеру, смотри. Огромный, большой цех. О, нам бы гараж такой. Да, мы бы развернулись. Да, и смотри, добротненько все сделано. И ворота, смотри, это. С одной, с другой стороны. Двое ворот. Вот там какое-то здание, видишь? We'll be right back.